Привет, меня зовут Эд, и сегодня я записываю для вас очередную порцию фишек и советов для дома. Еще один верный способ, как избавиться от неприятного запаха в вашем термосе. Возьмите, наполните термос еле теплой водой и добавьте туда одну или две ложки уксуса, в зависимости от объема вашего термоса. Если он маленький, достаточно одна ложка уксуса. Если он побольше, на литр и так далее, на 2 литра, тогда можете добавить и 2, и 3 ложки уксуса. Есть огромные термоса даже на 3 литра. Туда добавьте 3 ложки уксуса. Хорошо закройте термос, хорошо перемешайте его несколько раз, и пусть он в таком состоянии постоит. Через полчаса несколько раз хорошо промойте содержимое термоса и потом его высушите. После этих процедур неприятный запах обязательно улетучится. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Отвечу каждому. До новых встреч и пока!